Перед началом ролика хотел вам сказать одну интересную вещь. Blockstrike существует уже очень давно, но вы знали то, что есть группа BS Pro? Группа BS Pro существует тоже давно и радует крутыми мемами, сходками, конкурсами раз в неделю и самыми свежими новостями Blockstrike. Кроме того, что это просто группа, так она еще продает оформление, превью, 3D-арты и вырезки. Вы хоть где-то видели такое? Если честно, даже я не знал об этом. Так что я вам советую, подписывайтесь на BS Pro, ссылка в описании или в закрепленном комментарии. Ну а мы стартуем к видео. Да, конечно, затянуло что-то с видео, да и сейчас банят всех. Ну и ладно. В комментах написали, что приветствие одно и то же, так что я буду думать над новым, но пока что все будет как обычно. Ну что же, и всем привет, ребята, с вами как обычно я, MyInspector. И сегодня я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы написали под постами в телеграм-канале и ютубе. Кстати, ссылка на телеграм-канал в описании под видео. Вопросов вы, конечно, позадавали достаточно, и я выбрал самые интересные и адекватные вопросы. Ну а вы, наверное, подумаете, как MyInspector может оставить вас без розыгрыша? Ну а я уже все приготовил. Как вы знаете, на моем канале недавно стукнуло 2000 подписчиков. Всем за это огромное спасибо. Я для вас сделаю розыгрыш на 3 призовых места. Первое и второе место получит по 1000 голды, а третье место получит промокод. Ну а в промокоде будет до 100 голды. Для участия вам нужно подписаться на этот канал, подписаться на телеграм-канал, который будет по ссылке в описании. Ну и конечно же написать один комментарий под этим видео. Пиши без спама в комментариях. Желаю всем удачи. Итоги проведу в телеграм-канале через неделю после выхода видео. Поэтому обязательно заходим. Ну а сейчас буду отвечать на ваши гениальные вопросы. Ну и первый вопрос. Есть ли у тебя девушка? Нету. Не ожидал такого вопроса, конечно, но давайте перейдем дальше. Второй вопрос звучит так. Когда ты начинал YouTube канал свой, о чем ты думал? Мысли были какие-то, что у тебя будет 2-1к подписчиков. Ну насчет создания канала я скажу кратко. Я хотел снимать Blockstrike и Minecraft, но потом уже перешел на все игры. Третья пачка вопросов у нас от Ультрафиолета. Не буду зачитывать вопросы, а сразу отвечать. Первое. С Blockstrike меня познакомил друг в конце 2017-го. Второй вопрос. Цели на канале в принципе были довольно сложными для меня тогда, а именно набить 1000 подписчиков, но как вы видите уже у меня 2000. Третий ответ. Озвучка Никисмена получилась спонтанно, все началось с видео про новости Blockstrike, ну и потом он предложил озвучивать его видео. Почему именно Blockstrike снимаю? Да потому что понял, что надо концентрировать внимание на одну игру, чтобы зрители были только по этой игре. Но я иногда выпускаю видео на второй канал, где разные игры. Ссылка, кстати, на него в описании. Ник MyInspector, потому что хотел Minecraft снимать, но передумал. Но плана пока что не делал, но с YouTube уходить не собираюсь. Давайте теперь возьму вопросы с YouTube. Будешь в дальнейшем сотрудничать с Rexxas Studio, если будет возможность? Ну, я ютубер, а не разраб. Ну и смотря какое сотрудничество. Если продвигать игру, то я как бы уже этим занимаюсь. Были иногда мысли уйти с ютуба. И почему? Скажу так, меня тогда смотрели мало, в году так 20-м. Но я снимал видосы, все нравилось. Потом начал замечать, что я не успеваю ничего делать, что перестали набираться мои аж целых 80 просмотров. Тогда, кстати, понизились до 50. Ну я и подумал, что стоит уйти, но я даже делал видос, но решил остаться, потому что мне просто нравилось снимать видео, хоть самые рандомные. Кошелек или жизнь? Думаю, жизнь. Хотя тут странный вопрос, типа я хочу быть кошельком или хочу жить, я тут тоже не могу понять. Любишь петрушку? Не, не люблю зелень. Сколько тебе лет? На стримах говорю, как раз забанил вас, чтобы вы заходили на стримы. Короче, лень добавлять много вопросов, давайте последнюю парочку, и я заканчиваю видос. Ты гей? Нет. Любишь Кири? Кто это? У тебя есть любимый ютубер по Blockstrike? Ну как сказать любимый? Просто если смотреть видео, то Zombie Life или Никис. У тебя когда-нибудь была жиза? Блять, давайте заканчивать. Пошли уже какие-то странные вопросы. Не знаю, как это жиза, но может оно означает типа ситуация, в которой я уже был и такую видел. Ну не помню. Теперь давайте концовочку. Спасибо за просмотр, не забывайте участвовать в конкурсе на 2000 голды и промокод, заходите в телегу, заходите на второй канал. С вами был я, MyInspector, всем удачи и всем пока!